Да, такой спорный вопрос и не очень значимый. Да, получается, что явка очень низкая. На выборах падает катастрофически, уже скоро там будет приходить 10-15%. То есть реально 10-15% людей будут избирать там президента, думу, там, губернаторов и так далее. Конечно, неправо, неправильно. Потому что люди почему понимают, что их, за кого они хотели голосовать, его нету в списке. Они просто не идут. Если там появится против всех, появится ли для них дополнительный стимул, чтобы прийти и проголосовать против тех? Очень сомневаюсь. Ну, может, там какая-то там десятая доля процента придет и проголосует из принципа. Придет и проголосует. Я не думаю, что это кардинально поменяет обстановку в стране. Опять там это огромное количество бумаг, вносить поправки в законы. У нас есть чем заниматься элите для того, чтобы сделать жизнь в стране лучше, чем вот такой всякой ерундой.